Возьми мой меч. Не торопись наотмашь сносить с плечей тугие кочаны. Потрогай рукоять. Ты понял? То-то ж. Немногие из них обречены. Эпоха эпидемий и злословия. Година деток, бросивших отца. С тобой святые сестры, мать их Софья, уже с тобой и будут до конца, до их конца, убийц иконокрадов, дерзнувших оседлать чужих коней. Твой меч — мой ключ от вспыхнувшего ада, и там твои враги горят в огне и стонут в собственных силках и петлях. Возьми мой меч, пусть станет он твоим. Не упражняйся, мальчик мой, на детях. Спаси их, мой малыш, напомни им о том, что я их жду от их начала. Не горячись, прошу тебя, сынок. Не торопись отчалить от причала. И не беги, мой милый, со всех ног туда, где сеча. Пусть они друг друга изрешетят и изорвут в куски в кругу очерченного ими круга, в пределах их же гробовой доски.